Я обознался. Это не мини-джунгли, это дубы все. Это называется зеленое болото, да? Да. А, блин. Именно. Спавнер. Что-то мне тянет смутные сомнения, что он там есть, но... Я нашел Орихальк. А, это. Сейчас Орихальк я нашел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка. Может, там что есть? Сейчас факел взял с собой, чтобы не потратить. Там видел железо, да, в самом начале. Я его выкопаю обязательно. Че, я что, все факелы потратил? Да вы издеваетесь. Жесть. Ладно. Фух. Собственно, это тоже выкопаем. Пригодится. Сосед. Пожалуйста. Хотя, в принципе, ему-то что? Его цели гораздо важнее моих, если так судить. Он заботится о своем доме, а я сижу перед монитором и говорю сам с собой. Такой вот холодный взгляд на вещи. Это зеленые